Как писал о своем первом визите тогда Миклухо Маклай? «Ввиду того, что я не мог сказать заранее, как долго мне придется прожить там, так как это будет зависеть от местной лихорадки, от нравов туземцев, я принял предосторожность запастись несколькими медными цилиндрами для манускриптов разного рода, дневников, заметок, которые могут пролежать зарытыми в землю несколько лет. Я был бы поэтому очень благодарен, если бы можно было устроить таким образом, чтобы судно русское военное зашло через несколько лет в то место Новой Гвинеи, где я останусь, с тем, чтобы, если меня уже не будет в живых, мои рукописи в цилиндрах были вырыты и пересланы в Императорское географическое общество». Ну, то есть ехал, на самом деле, почти на смерть, не особо надеясь, что удастся выжить.